Совёна, совёна, хо-хо, танцует и прыгает вверх. Он крыльями машет, хоп-хоп, и прячется лучше всех. Совёнок хоп-хоп. В этом домике живет дятел Тук-Тук. Привет, Тук-Тук! Ой, мячик укатился. Бам-бам! В лужу. Тук-Тук полез за мячом. Он весь испачкался. Еще лужа. Видишь, у Тук-Тука на животике грязные пятна. Ой, и на голове. Привет! Привет, Хоп-Хоп! Посмотри, как дятел испачкался. Нужно помыться. Совенок наполняет бассейн водой, чтобы помыть в нем Тук-Тука. Прыгай! Тук-Туку нравится мыться. Ку-ку. Хе-хей. Хоп-хоп играет с другом в прятки. А это что? Совенок, что в этих пузырьках? Мыло. Конечно, чтобы смыть грязь, нужно мыло. Много мыла. Смотри, что это? Пена. Пены все больше и больше. Стаканчики. Зачем они нужны? Совенок будет мыть дятлу крылышко. Хоп-хоп намыливает Тук-Тука. Еще, 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 еще. Вот так. А теперь смывает пену водой из стаканчика. Крыло чистое. Тук-Туку нравится. А здесь еще грязь. Теперь голова. Дятел почему-то не хочет мыть голову. Красивый пузырек, Тук-Тук. Это шампунь. Шампунем моют голову. Хоп-хоп выдавливает шампунь и делает шарик из пены. Понюхай, как вкусно пахнет. Понравилось. Тук-Тук готов мыть голову. Трем, трем, трем. Получается пена на голове. Дятел сам моет голову. Это так весело. У Тук-Тука на голове оранжевая шапка из пены. А куда убежал совенок Хоп-Хоп? Хоп-Хоп! Ты принес лейку. Нужно смыть мыльную пену с головы. Ты что, боишься? Подожди. Надень козырек, как шапочку. Тук-тук похож на цветочек. Вода больше не попадает ему в глазки. Им очень нравится мыть голову.
Ты уже очень чистый, Тук-Тук. Теперь можно поиграть с пеной. Хоп-хоп сделал синий шар. До свидания, чистые птички. Совенок, хоп-хоп, танцует и прыгает вверх. Он крыльями машет, хоп-хоп, и прячется лучше всех. Совенок, хоп-хоп. Привет, дятел Тук-Тук! Тук-Тук играет в пожарного. Он торопится на вызов. Ему нужно тушить пожар. На помощь! На помощь! Привет! Привет! Пожарный Тук-Тук приехал на вызов. Ура! Птички потушили пожар. Какая интересная пожарная машина. Здесь колесо, а фар нет. Отсек для инструментов. А шланг где? Ха! К этой пожарной машине можно присоединять магнитные детали. Сейчас Хоп-Хоп их поищет. Кажется, он что-то нашел. И еще. Шланг. Хоп-хоп ставит шланг на место. А это лестница от пожарной машины. Муравьи, это не ваша лестница. Тук-тук напугал муравьев, и они убежали. Это же фары! Фары на месте. Лестница тоже. И зеркала. Пожарная машина готова. Где пожар? Пожар! Пожар! Тук-тук, вызывай пожарную машину. Пожарный Тук-тук берет шланг и тушит пожар. Тушил. Молодец. А куда побежал Хоп-Хоп? Хоп-Хоп тоже решил стать пожарным. Он будет тушить пожар на горке. Тушил. Хоп-хоп,
Давай прикрепим твой проблесковый маячок к пожарной машине. А куда это муравьи несут третий язычок пламени? В муравейник? Муравейник тоже горит. Птички пожарные едут на вызов. Хоп-хоп! Пожар потушен! Молодцы, птички! Совенок, совенок, хоп-хоп, танцует и прыгает вверх. Он крыльями машет, хоп-хоп, и прячется лучше всех. Совенок хоп-хоп. Привет, хоп-хоп. Привет! Ого! Совенок попал мячиком в пирамидку. Какой он меткий! Пирамидка разлетелась на части. Красную, желтую. Зеленая половинка сферы накрыла улитку. Хоп-хоп собирает игрушки. Половинка, половинка, шар! Зеленое крыло! Тук-тук освободил улитку. Половинка и половинка! Шар! Хоп-хоп хочет сделать зеленый шар. Но где же вторая половинка сферы? Поищем. За кустом ее нет. Муравьи, вы не брали зеленую половинку сферы? Не брали. У кого она может быть? Вот твоя игрушка, хоп-хоп. Тук-тук сделал из нее шапочку. Две шапочки. Половинка, половинка, шар. А если поставить шары друг на друга, получится светофор. Красный! Улитка, стой! Красный! Желтый! Приготовься! Зеленый! Вперед, улитка! На светофоре зеленый! Хоп-хоп решил скатить красный шарик с горки. Шарик разделился на две половинки. А тук-тук скатывает сразу два шарика. А где совенок? Тук-тук, ты его видишь? Тук-тук любит сюрпризы. Как ты думаешь, что внутри шарика? Не открывается? Шарик раскрылся. Внутри был трактор. Трактор! Трактор!
Совенок что-то строит. Что это, хоп-хоп? Пирамидка! Один, два, три, четыре, пять, шесть. Это пирамидка из шести деталей. Трактор вперед! Пирамидку можно собирать снова. Совенок хоп-хоп. Тише, хоп-хоп спит. Тук-тук тоже хочет лечь спать, но пол твердый. Спать неудобно. Нужны одеяло и мягкая подушка. На подушке мягко спать спят давно игрушки. Спит хоп-хоп и спит тук-тук, ушки на подушке. А на горке не уснешь, твердо спать на горке. Лучше пусть там полежат грабли и ведерки. Очень мягко на подушке, очень мягко спать. Там играть. Мягко по траве бежать с мячиком по кругу. Разгоняй. Очень неприятно, лучше сразу их убрать, это всем понятно. Хорошо играть на травке, мягко наступать. А на камне очень твердо, лучше не играть. Вы все поняли, птички? Пол твердый, а подушка мягкая. Совенок, совенок, хоп-хоп, танцует и прыгает вверх. Он крыльями машет, хоп-хоп, и прячется лучше всех. Наступило утро. Дятел Тук-Тук выходит из своего домика. Ой, бабочка! Тук-Тук, ты такой красивый! Привет! Что там внизу? Это счеты! Хочешь в них поиграть? Бусины крутятся. А так счеты гремят, как погремушка. А как правильно пользоваться счетами? Не знаешь? Ты что-нибудь придумаешь. Тук-тук едет на счетах, как на скейтборде. А улитка спустилась по бусинам, как с горки. Тук-тук тоже так хочет. И оп! Понравилось?
Тук-тук, ты куда? Ты хочешь прокатиться на счетах с высокой горки? Это опасно. Привет, Хоп-хоп. Спасай быстрее Тук-тука. Ой-ой-ой, счеты сломались. Нога бусинок! Птички, надо их собрать. Один. Два. Птички, ищите еще. Три, четыре. Тук-тук нашел много бусин. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Молодец, Тук-тук. Ой, бусинки рассыпались. Наденем их на ниточку. Готово! Хоп-хоп надел остальные бусины на нитку. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А где же десятая бусина? Может быть, за елкой? Посмотрите. Хоп-хоп нашел десятую бусину. А? И Тук-тук тоже. Это не бусина, это же улитка. Смотри, ниточка с бусинами похожа на гусеницу или червячка. Бусы! Счеты! Пора надеть бусины обратно на счеты. Теперь можно что-нибудь посчитать. Например, ягоды. Хоп-хоп съел одну клубничку. Один. У Тук-тука две ягоды. Два. Птички, вы так хорошо считаете. Совенок Хоп-хоп. Дятел Тук-тук, нет дел важнее. Если хочешь в туалет, беги поскорее. Он хочет играть дальше. Just
хо-хо. Танцует и прыгает вверх. Он крыльями машет хо-хо. И прячется лучше всех. Совенок хоп-хоп. Утро. Совенок хоп-хоп еще спит. Это комар жужжит. Он мешает хоп-хопу спать. Ой! Не бойся, хоп-хоп. Тук-тук пришел. Он прогнал комара, который хотел тебя укусить. Комариные укусы – это очень неприятно. Комар! Хоп-хоп незаметно крадется к комару. Бабах! Улетел. Птички пытаются догнать комара. Смотрите, он вылетел в окно. Комар куда-то улетел. Ой, осторожнее, совенок! Что это? Это твоя новая игрушка? Тук-тук, это не настоящий комар. Остановись. Это просто рисунок на игрушке. Тук-тук гоняется за шайбой с комаром. Вот это да! Горка! А на ней шайбы с другими насекомыми. Муравей, бабочка, божья коровка. Давай поиграем. Прыг! Шайба с муравьем катится вниз. А теперь бабочка и божья коровка. А это настоящая божья коровка. Стой, тук-тук, она хорошая. Хоп-хоп, что ты придумал? Игрушечная божья коровка катится с горки. Поиграем еще. Бабочка! Божья коровка! Комар! Муравей! Смотрите, птички, опять комар прилетел. Ловите его. Совенок хоп-хоп.
утром после завтрака очень много дел. Покатать машинку дятел захотел. Птички, нет, спешите. Сначала щетки зубные возьмите. Пастух вкусную на них надавите. Зубки скорее, зубки чистить начните. Вниз, вниз, вниз. Вверх, вверх, вверх. Кто чистит зубы? Совенок хоп-хоп. Совенок хоп-хоп делает зарядку. Прыг. Хоп-хоп прыгает в бассейне с шариками. Хоп-хоп. Привет. Здравствуй. Ты ищешь своего друга? Вот же он. Бежит. Дятел Тук-Тук тоже прыгнул в бассейн. Теперь птички играют вместе. Волны из шариков. А это что? Тук-Тук! Смотри, Тук-Тук, сюрприз! Ой, сюрприз утонул. Ныряй, хоп-хоп. Теперь вместо совенка в бассейне плавает бугорок из шариков. Дятел тоже ищет оранжевый сюрприз. Куда же он подевался? Птички нашли. Птички, а вы знаете, что вы нашли? Шарик? Нет, вот шарик.
Тук-тук думает, что это воздушный шарик. Похоже? Не очень. Виноград? Нет, виноград маленький, и его можно есть. Приятного аппетита! Подумайте еще, что это такое? Догадался, Хоп-хоп? Совенок включил планшет. Яйцо! Правильно, Хоп-хоп. Это яйцо. И в этом яйце жил птенец. А потом птенец вылупился и вырос. Птицы высиживают яйца, и из яиц вылупляются птенцы. А куда делось ваше оранжевое яйцо? На нем сидит дятел. Игрушечные яйца высиживать не надо. О, внутри что-то гремит. Давайте просто его откроем. Кораблик! Да, в этом игрушечном яйце был спрятан кораблик. Запустим кораблик в наше море из шариков. Ту-ту! Тук-тук дует, и кораблик плывет. А это что, птички? Совенок, совенок, хоп-хоп, танцует и прыгает вверх. Он крыльями машет, хоп-хоп, и прячется лучше всех. Совенок, хоп-хоп. Привет, хоп-хоп. Привет! Что это? Мыльные пузыри. Здорово! Совенок будет надувать мыльные пузыри. Получается, пузыри летят вверх. Пузыри поднимаются очень высоко, выше бабочки. Здравствуй, Тук-тук! Смотри, какие пузыри! Весело их хлопать! Тук-тук, лови! Хоп-хоп надует еще пузырей, а Тук-тук будет их хлопать. Комар тоже увидел мыльные пузыри. Ой, он лопнул пузырь. И еще, и еще. Дятел Тук-тук совсем не хочет играть с комаром. Лови еще. Что ты придумал, Тук-тук? Сачок. Дятел будет ловить комара. Это непросто, зато весело. Комар очень ловкий. Тук-тук, ты сможешь его поймать? И мимо.
тук-тук, аккуратнее. Ой, баночка с жидкостью для мыльных пузырей упала. Пусто. Не переживай, тук-тук. Хоп-хоп, что-то придумал. Поехали! Дятел и совенок едут к хоп-хопу домой. И комар летит за ними. Вода, мыло, пузыри. Похоже, у совенка есть план. Он сделает новый мыльный раствор. Вода, мыло, хоп-хоп смешивает жидкое мыло с водой. И получаются пузыри. Соломинка. Совенок надувает пузыри. О, какие большие! Теперь очередь тук-тука. Держи соломинку. Огромный пузырь. Опять комар прилетел. Маленькому дятлу очень хочется его поймать. Посмотрите, птички! Пузыри! Много пузырей! Тук-тук ловил комара и научился пускать пузыри с очком. Теперь их так много, что даже комар не сможет лопнуть все. Кажется, комар устал. Поиграем еще. Хоп-хоп! Надул один большой пузырь, а тук-тук – много маленьких.